Ты зовешь? Правда, что ли, девку хочешь? Или еще кого соскучился? На, дыньку тебе несу. Дыньку будешь? Дыньку будешь? Не буду тебя забирать. На. На дыньку. Все полегчало тебе немножко. Лёля, кто мой вреднюк сегодня такой, а? Кто такой вреднюк сегодня? Ну что, пошла я на работу. К Лёлику вот зашла, огурчик еще один дать будешь? Будешь мой огурчик, смотри какой, почти с тебя ростом. Вот. Судя по всему, у нас там какие-то гости, как я и говорила, ресторан немножечко раскачан. Пойду смотреть, что там как. Светло, светло. На вечер у нас заказан VIP. Короче, все замечательно. Лёленька, не кругайся только, ладно? Ни на кого. Скоро вечером приду и днем приду. А пока я пойду вниз. Кушай, моя. Кушай. Ругаешься, опять не нравятся тебе мои башмаки, не нравятся. Ты моя сладкая, ну ладно, ладно, не ругайся. Я тебя тоже люблю. Скажи, скучал? Скучал? Ну хоть чуть-чуть скучал? Ну хоть чуть-чуть скучал? Ну скучал. Ну скучал. Скучал. Ты же кушать не хочешь. Ты соскучился. А хвостиком повиляет? Ну повиляй хвостиком тогда, что ли, раз соскучился. Еды тебе какой-нибудь принести? Дыньку хочешь? Дыньку хочешь? Ты меня птица? Дынькой пойдем? Хочешь дыньку? Пойдем в холодильник сходим. Хочешь? Огурчик будешь? Дыньку хочешь? Тебе не нравится, как я выгляжу, да? Тебе не нравится? Моей Люленьке нужно без всяких там шпайбашчин, да? Идем, пойдем, не рубай. Ты пришел меня обижать? Ты пришел меня кусать? Люба, птица моя, что такое? Почему ты ругаешься? Тебя оставили одного? Ну что ты такое у меня ругаешься? Ты прям вот так ругаешься? Ты прям ругаешься? Люба, ты прям вчера доктор такой? Прям вот атаковать собрался, да? Прям вот так сейчас атакуешь меня, да? Ну ладно. Не хочешь со мной дружить? Не надо. Потом приду. Или пойдешь со мной? Пойдем за дынькой? Пойдем? За дынькой пойдем? За дынькой пойдем? Пойдем? Нет? За дынькой пойдем? Ты мой вчерадавчик. Что у тебя с настроением? Может, это ПМС? Ты мой вчерадавчик? Что такое? Что моя птица? Что мой огурчик? Тебе жарко, может быть? Водички хочешь, подаю тебе? Купаться хочешь? А, блин.
Я хочу тебе водички налить. Что ж ты меня атакуешь-то, дурашка? Давай мы грязную водичку так выльем на цветочки. А чистую тебе нальем. Будешь купаться? Будешь купаться, Лёля? Купаться будешь? А, Лёля? Кто моя птичка? Кто моя птичка? У тебя стресс? Ты хочешь в деревню? Чему сладенький птиц? Чему сладенький? Жопку покажи. Жопку покажи. Покажи жопку. У тебя там есть лисенька? Ну что ты такой? Ну, орел мой. Ой! Лёнь, ну ты чё? Ну за что? Ну, птеродактильная моя птица. Что ты ругаешься? Ты домой хочешь в деревню, да? В деревню хочет Лёленька. Тебе жучков, может, надо? Давай я тебе еще жучков принесу. Моя Лёленька. Моя Лёленька. Жучков хочешь? О, прям ты как наступает на меня. Да, люблю тебя все равно, моя птица. Иди купайся, иди. Иди купайся. Жучков тебе сегодня куплю. Или машины будешь носить. Клюв точит. Всех съест. Три килограмма, говорит. Имба. Короче, мы купили очередных жучков. Нам привезли доставку. Вот за вот этот пакет мы отдали 280 за три пакета. 280 тысяч кип. Вот, это, ну, это дохрена на самом деле. Дороже, чем 3 килограмма мяса однозначно. Даже, по-моему, если это была бы какая-нибудь говядинка. А уж не то уж свинина. Вот. Вот так это все выглядит. Мышки и Лёлик порадуется. Говорит, он, видишь, сколько яиц там? Вот мышь мак-мак. Вот. Мышки любят яички. Сейчас пойдем угощать. Алай радуется, говорит, ну что, жарить будем, кушать будем. Мы в деревню возьмем, сами поедим, да? Ты же будешь кушать? Не будешь? Она говорит, я таких не люблю, я других люблю. Ну, родители с хомяками. И Лёлику витаминки. Лёлик обычно ест жареные, но я вот решила попробовать ему дать сырых, пока Лай там жарит. Ну, в этом, в аэрогриле их запекает. Иду. Мышкам давала. Ну, что ты такой у меня? Купался. Ты моя накупалась птица. Смотри, я тебе что несу. Будешь, смотри. Маускин. Амги фомаус. Сейчас мы тебе пожарим. Ну скушай. Ты же любишь сырых или тебе холодно? Ну что такое? С каких пор ты жучков не хочешь? Обычно он действительно ест жареный. Ну, запеть в аэрогриле мы его делаем. Только сверчков сырых любит. А остальную всю живность ему здесь жарить надо.
А, смотри, там сколько яичек. Это какашка. Не хочет. Зато искупался. Накупалась моя птица. Накупалась моя сладкая птица. Накупалась. Сейчас запекутся, принесу. Какашки свои. Невкусно тебе? У мышек три домика, и вот они сейчас все по разным домикам. Кто там? Папа-мышь? Финиш. Тут тоже хомякают. Хомяк. И там хомякают. Чокер. Хотели. Хочешь, не хочешь? Подругу хочешь себе? Или друга хочешь себе? Лёленька. А, Лёленька? Под кондиционером лучше мои птички? Лучше мои птичники под кондиционер. Ты моя сладкая Лёленька. Сейчас запекут эти вкусняшки. Моя Лёленька. Эть, Сирано. Ты чего сегодня такой? Что у тебя болит что-то? Ты что такой у меня вредный? Обычно же ты у меня добрый. Ну вот опять, ну что ты ругаешься? Лёва, ты меня пугать пытаешься, Ричу? У тебя там чешется что-то? Или ты по девке скучаешь? Лай сегодня поедет, посмотрит тебе. Или сегодня завтра когда поедет? By foot and see one more girl for you. Хочешь друга себе или подругу? А? Хочешь? Ты разговариваешь там, что ли? А, птица? Ты моя птица? Нахохлилась. Прохладно хорошо? Ну, Лёленька, прохладно хорошо? Не жарко, птицы. Деликатесы. Хрум. Посушили тебе немножко. А так вкусно тебе? Ну, ешь уже. Быстрее. Ешь, давай, вкусно. You can my mind, not kill my hair. На, вкусненько. Тебе нужны протеины, витамины. Давай жуй жучков. Сейчас распробует, будет все глотать. Вот, молодец. Ну, вкусно же. Молодец. Окей. На еще? Будешь еще? Да не бойся, ты никто себя не обижает. Ты что сегодня такой? Будешь еще? Маленькую будешь? Ну что ты, что не зим только надкусываю? А, Люда? На, выбирай.
пришел. Я сижу, видео собираю, а он взял и сам прилетел. Я только пригнуться успела, чтобы он мне на голову не сел. Ты за дынькой, может быть? Будешь дыньку? Дынькой прошу. Будешь дыньку, бери. Бери, бери. Бери, не стесняйся. Вот так. Ой, уронил. Пойдем подниму. Пойдем поднимать. Вот моя сладкая птица. Кто моя любимая птица? Ты все, что ли? Больше не ругаешься? Пришел со мне, ко мне сам. Ты моя сладкая. Ты моя сладкая птица. Кто нахохлился? А еще у птицы новые перышки растут. Может, у него линька какая, поэтому он такой вредный. Потому что я не знаю, как вообще линька влияет или нет, но я сегодня заметила, что у него прям из жопки новые перышки торчат. Вот, и ну прям растут. Растут, моя Лёленька, скоро будет красивее еще. Еще красивее, с кучей перышков, да? Давай, птица, что такое? Ты смотришь на меня так? Ты нахохлился? Нахохлился? Что такое? Что, моя сладкая? Что, моя сладкая птица? Что, моя сладкая птица? Ты же у меня сладкий? Ты же у меня сладкий птиц? Смотри, какой ты у меня сладкий. Поглажу тебя, поглажу тебя, поглажу. Ты такой у меня умница. Всех накусал. Тут у него прям перышки новенькие. Вчера еще не было. Вчера, ой, насрал. Вчера, позавчера еще не было. И на жопке у него вот тут прям на хвостике новое перышко. И тут новые перышки. Ты линяешь? Ты линяешь? Может быть, у них линька как ПМС? Ну, либо еще что-нибудь в этом роде. Поэтому характер такой вредный. Да, мой птеродактиль? Ты же мой птеродактиль, любимый. Хочешь еще дыньку дать? Нет? Иди. Покажу перышку. На жопке покажу. Вот тут перышко где-то. Вот тут перышки. Я думала, у него тут жопка что-то оголилась, а у него наоборот, она, по-моему, сейчас будет новая вырастать. Да? Ты моя перышка, ты его же. Да красивый, ты красивый. Ой, жопка моя красивая. Давай, как отсюда? Вот так. Да, моя птица. Ой, что-то свет засвечивает, некрасиво снимать. Ты моя. Жопа ты моя. Жопа ты моя вредная. Что, пойдешь обратно? Или со мной сидеть будешь? Я видео собираю. Отвлекаешь меня. Отвлекаешь от собирания видео прям с тобой же самим. Ну ничего, будет еще контент. Ставлю и это видео. А тогда буду сидеть с Лёликом, продолжать собирать видео. А через полтора часа у нас VIP, сейчас минут 15-20 еще посижу. И пойду помогать готовить на кухню. Встречать дорогих гостей. Хотела сегодня вам в ресторане видео подснимать, но там что-то люди, и как-то неудобно. И я решила не снимать. Сегодня мыши более активные. Я только пришла, а они прям ай-яй-яй-яй-яй, ногтястые. Идите, идите, идите к маме мыши. Она вон там в униформе. Еще одна тут мышь. Чем поем? Чем поем? Чем? Мыши. Чем? Чем? Иди. Чем? Иди. Чем? У вас такие когти. Чем так, а?
Еще одна. Еще одна. Да? Ну нет. Иди, мои мыши. Иди. Ну нет. Синь. А! Опять на меня прыгнул. Ну-ка, смотри. Кто тут у меня? Ты за ухом я, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что ты? Это телефон мой, не грязи. Ай! Ой! Ой, у них такие ноготки. Ай! Ай! И когда они по голой коже своими ноготками бегают, это очень. Вот, ну мышки очень прикольные. Кто тут у меня? Кто тут у меня? Кто это? Ай! У меня. Давай, давай. Кто пайхуа? Кто мышь? Кто мышь? Кто мышь? Ай, мышь! Что, ты телефон мой решила съесть? Не кусайся. Не кусайся. Вот она пришла, и мне телефон кусает. Ага, больно на. Вот они летающие мышки. Одна по мне прыгает. Часть полай. Иди, сейчас. Ой, еще одна. Ой, на мне. Ой. На, иди туда. Ай, в лицо не лезь. Иди, мама. Иди там на папу. Иди. Ай, джам. Кто тут пришел? Кто тут пришел? А тут у меня кто? Лукас. Лукас. Кстати. Лукас. А-а-а! Все, идите выше. Еще одна пришла. Идите. Сит. Вот идите к маме, лай. Я пойду вниз. А-а-а! Мыши, идите к кыш. Мыши! Иди, джамп. И ты тоже джамп. Лукас, пони мне. Нет, нет, не на меня джамп, вот туда. Пони мне. Иди туда. Лукас, пони мне. Мама, вода. Сяду вниз. Иди, мыш. Я на ужин у нас с Лай сегодня уточка. Утиные грудки. Мы сначала готовим их в сувид. А потом запекаем, ну не запекаем, вернее, поджаривают они до корочки. Вот, будем кушать. Гостям тоже так подаем. Ну, в смысле, не прям так подаем, но такую вот сувидную грудку обжаренную всем нравится.